и продукты питания моего Фаберлика магазин, которого хозяйкой я являюсь. Мой магазин, я продукты беру там. И плюсом их, они уже сбалансированно готовые, да. То есть вот это вторые блюда, вот у меня кускус, паста. А есть еще супы. Супы прям такие, варю мясо, картофель добавляю. И потом добавляю к ним, ну, либо крем-суп, там, например, отдельно, без картошки. Просто суп, например, карри с чечевицей. И варю. То есть полезные свойства все сохраняются. Каши. Каша моя самая любимая, всеми полюбившаяся в нашей семье, с яблоком и фундуком. Выпечка. Имбирный напиток, имбирное печенье сын у меня облюбовал стряпать. Плюс при простуде хорошо. Ну, это на всякий случай бронха, кашляли мы тогда. Так что вы являетесь хозяйкой магазина, пожалуйста, будьте полноправной хозяйкой.